многих у вас, наверное, возник вопрос. Чем же они там, блин, занимаются, да? Вы, наверное, смотрели видео про компану, думаете, так, компана — это латиноамериканский инструмент. Вы смотрели видео про то, как я хожу по офису, но чем же они там занимаются, да? Возникает такой вопрос. Черт, ярко. Израильское солнце светит прямо на нас. Так вот, я вам хочу сказать вот что. Компана, да, небольшой экскурс. Компана — это аутсорсинговый контакт-центр. Что это значит? Это значит то, что любая компания, которая лень заниматься аутсорсингом, то есть которая будет строить свой личный колл-центр, она просто покупает наши услуги. Ну и также бывает, что у компании просто нет денег на то, чтобы сделать свой колл-центр при своей компании. Поэтому они заказывают услуги у нас. И основной наш заказчик, он из Израиля. Ну, из Израиля. Израильтяне. Вот так вот. И поэтому вот это вот здание, вот это вот серое здание, сейчас мне получится точно показать. Так, хоп-хоп. Потом вырежете. Ага. Поэтому вон то серое здание, это маленький клочок Израиля у нас в Харькове. И я хочу сделать вам небольшую экскурсию о том, что такое наша компана. Так, во-первых, кстати, когда вы приведете в нашу компану, вы должны быть готовы к тому, что мы выбьем всю посредственность прямо из вашей головы. Вы станете самой настоящей непосредственностью. Продажи будут у вас в крови. Вы будете даже своей маме продавать что-нибудь, я серьезно говорю. Итак, передача начинается. Чувак, да, вам нужно столкнуться с этой штукой, с домофоном. Посмотрим, что там внутри. Посмотрим. Привет. Привет. Это компана? Конечно. Тогда мы идем к вам. Так, во-первых, вас встречают охуенные, ладно, прошу прощения, вас встречают классные оранжевые стулья, на которых вы будете проходить собеседование. Тут у вас будет кикер, и здесь, собственно, у вас будет туалет. А если вы пройдете дальше по прямой, то здесь у вас будет такая зона отдыха. Вот, тут сидит Наталан в палатке с Сантис. А еще у нас есть кот. Только это не наш кот. Это не наш кот. Но мы очень, очень либеральная компания, и даже коты заслуживают внимания, правильно? И ласки. Пойдем дальше. Да, кстати, чуть не забыл. Это достояние Александра Синдетского, который занимается нашим бизнесом будущим. Мы будем планировать открывать картинг, свой собственный компановский картинг, представляете? Поехали дальше, а мы поднимаемся на второй этаж, здесь вас ждут всякие лого, картинки, все будет очень интересно, захватывающе. Итак, мы заходим на второй этаж, простите, и там у вас будет идти обучение, ну туда сейчас нельзя. Потом вы будете заходить на третий этаж, и тут вас ждут вот эти вот все прекрасные люди, которые работают с Израилем, да? Вас будет ждать ваш руководитель. Это будет Яна. Вон Яна. Не будем им мешать. Так. В этом кресле будет сидеть Наталан. А вот здесь сидит проект Одесса. Вот здесь будет проект Ход. И самое крутое, что вас будет ждать тут, это же Юля Киях! Смотрите, самая настоящая живая персона Юля Киях. Юля. А, она уже не Киях. Ну, расскажи что-нибудь. Трипл. Помнишь, трипл, я тебе расскажу все, что. Юля — это самый хороший мотиватор, который есть у нас в компании. Она заставляет тебя продавать, даже когда у тебя умерла кошка. Вот так. Тут у вас будет кухня. Вот, собственно, так. Тут есть кулер, холодильник. Есть микроволновая печь и есть святая святых, то, что дает нам работать всем. Это кофемашина. Класс, да? Так вот, собственно, что такое компания? Это колл-центр аутсорсинговый, то есть мы занимаемся всем, чем можно заниматься. Это продажи, это информирование клиентов. Юля считает зарплату мне. Как дела? Так вот, здесь вас ждет наш туалет, да? Куда я, собственно, пошел уединяться. Когда вы проходите туалет, здесь будет небольшой балкон, на котором нельзя курить. И вот с этого балкона тоже неплохой видон такой открывается. Ну, как сказать? Относительно неплохой. Это, конечно, не Нью-Йорк, но неплохо. Весна. Да, в общем, в эту сторону, когда у кого-то день рождения, вон туда, мы открываем шампанское,
И у кого дальше долетит пробка? Ну, собственно, почти все. Конечно, мы расширяемся. То есть мы нуждаемся в новых кадрах, и скоро все, что я показал, это будет только верхушка айсберга, это будет только начало. Потому что все это здание, весь этот район скоро будет под нашим офисом, потому что мы растем просто бешеными темпами. Ну ладно. Да. В общем, подписывайтесь на компанию News, ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания.